Всем привет! Нефтехимик КАМАЗ – это первая лига. И сейчас там, в Нижнекамске, где пройдет игра, минус 5, идет снег. Николай Волошин из Смоленска сегодня главный арбитр. Ну и давайте отметим, что это соседи по турнирной таблице, не только географические. Давайте быстро пройдемся по составам. Максим Шоркин – 16-й, Алексей Герасимов – 93-й, Павел Котов – 77-й, Данила Емельянов – 99-й, 29-й, Роман Денисов, Давид Кокоев – 15-й, Султан Джамилов 7-й и Константин Базилюк номер 10-й. Хозяева атакуют, будет дальний удар. Это снова Котов, кажется, он наносил этот удар, верит в свои силы. Номер 77. Сложно другой сценарий придумать. Удар издали. Это было опасно. И кажется, что Голубев как будто бы запоздал с прыжком. Кто первый начнет разбег, тот и пробьет. Но нет, это шутка, конечно. Итак, Кокоев. Нет, все-таки скидка Базилюку. Базилюк, удар, спасение. Это самок в стиле Акинфеева. Заваливаясь один угол, реагируя на рикошет, когда мяч летит в другой. Чуть по-другому, но тоже эффектно. Удар поворотом в ближнем углу. Мяч где? Не попадает он в сетку. И фол в атаке, свистит Волошин. Или офсайд. Ничего себе, две подряд крутейших атаки. Сейчас ищет свою позицию заново, будто бы опасно. А Базилюк, Кокоев, удар! И снова вратарь. Это самок вытаскивает. Очень классный удар Кокоева. Но разыграно здорово. И Базилюк, и скидка на Кокоева от Емельянова. Идет атака Нефтехимика. Двое встретили одного игрока. А теперь Кокоев. Кокоев убирает под правую. Нужно бить. Где Емельянов? Котов. Десятка. Базилюк. Гол! Все-таки дожали. И это получается в контратаке. Ну, надо сказать, что если суммировать все впечатления от этих 57 минут, все логично. И Константин Базилюк. Всего второй гол он забивает в этом чемпионате. Да, автозаводцы. Удар поворотом! Между прочим, мне казалось, что куда-то там за трибуны летит этот мяч. Но нет, он так опустился. Даниил Родин такой хитрый удар нанес. Подбор снова за КАМАЗом. Дальний удар. И так Голубев провожал взглядом этот мяч. Ну вот. Не забил КАМАЗ в компенсированное время. А зато, может быть, пропустил. Да, пропустил. Да, Нефтехимик проводил время на чужой половине поля. И Артем Котик удваивает счет уже когда, может быть, даже кто-то и к выходу с трибун потянулся. Да, Константин Базилюк и Артем Котик. Вот кто забил за команду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команда Кирилла Новикова празднует победу абсолютно заслуженную. Они были сегодня сильнее.